Добрый день, Аникин Сергей Владимирович, генеральный директор компании «Дау Изолам». Я хотел бы выразить свою благодарность организаторам этой выставки. Данная выставка является, к сожалению, в нашей стране на сегодняшний день единственной отраслевой площадкой, где могут встречаться компании, работающие в области полиуретанов, обмениваться мнениями, проводить дискуссии, совместные мероприятия. Для нас стало хорошей традицией участвовать в этой выставке, и мы планируем следовать ей дальше и надеемся, что данная выставка будет прирастать как участниками, так и гостями. Компания «Дау Изолам» продолжает инвестировать в инновационное развитие. В этом году мы запустили приполимерный реактор, расширяем наши складские мощности. Также продолжаем инвестировать в самые большие активы нашей компании – это люди. Мы продолжаем работать с владимирскими учебными заведениями и воспитывать и помогать поиску новых талантливых ребят, которые могут присоединиться к нашей компании в будущем.